Сегодня у нас 17 июля 2024 год. Вот мы тут занимаемся прополкой на саманном домике. Тут мы втроем. Вот у нас тут брат Владимир из города Иркутска. 71 год ему. Вас как по отчеству, Владимир? Иннокентьевич? Владимир Иннокентьевич пропалывает. Так, что у нас? Свеклу пропалывает. Хоть раз в жизни пропалывали такую грядку? Может, небольшую, только поменьше. Поменьше, да, только? Ну да, большая. Ну, мы не только с другими ближними делимся. Вот. Там запасается. Кто-то сено еще до сих пор не убрал, кто-то что-то. Игнат Тихонович тут пришел к нам на помощь после обеда. На прополку лука. Здесь вот он ничего не смог сделать, потому что тут арбузы растут. Тут надо, я буду сам аккуратненько пропалывать. Вот. Вот подсолнышки сами по себе выросли. Видимо, семечки упали в землю. 2 или 3 штуки. Здесь вот у меня небольшая капустка. Я вот сам пропалываю арбузики. С той стороны прошелся, а сейчас вот с этой стороны как вот снимаю. Вот там вот чисто. А вот с этого края уже прохожу. Уже до половины дошел. Это лук полоть, одна из, как говорится, любимых работ Игната Тихоновича. Это не морковку, не свеклу. Там очень аккуратно надо, чтобы не вырвать ничего. А тут все ясно. Сорняк и лук. Ну как вам, Игнат Тихонович, работа нравится? Очень даже нравится. Главное, что сухо, обещают дождик завтра. Да, всю неделю. Вот видишь как. Ну я не знаю. Вот здесь попал, я не стал сильно трогать арбузы, где попались. Я сам буду, сам. Я-то маленько побрал, что видно было, побоялся. Угу. Там уже маленькие арбузики. Это же одно удовольствие здесь быть. Но я не пошел сразу. Что-то сегодня у меня ночью было такое. Совсем нехорошо было. Я даже не знаю, на что отнести. Все, понял, ладно. А во сколько выезжаете? Ну вот. Сейчас посидел, пока ответил. Ну мы вечером придем за молоком-то. Можно? Надо. А то ужин-то не дадите. Ага. Кто не хочет. Все понял. Сестра, спасибо, Христос. А я хочу лишь. Вот так. Кто-нибудь за меня заступится, скажет, я видел его, он ползал на карачках. Ларису вспомнишь, как она делает. Я видишь, как делаю. Вот. Надо перевести туда мне дальше. Я вот здесь вот травки кидаю, коленом правым на него становлюсь, вот так вот. А потом мешок вот так. А она не так делала. Она вот так. Я посмотрел на нее. У нее ноги-то не болят. Потому что у нее есть на чем сидеть. А у меня ничего нет, кости одни здесь. И она вот так вот сидит, и я не могу показать, а так вот дергается и ползет. Я хотел попробовать, а не тут-то было. У меня ничего тут нету, кости одни, а это больно. Подушки-то нету, а то, они-то на мягком сидят. Ты смотри, арбузики. Да, арбузы. О, нет, я буду так, как делал. Ну так, ладно? Пойдет. Пойдет, так я стараюсь туда доставать. Вот так вот перевернулся. Работник-то такой аховый. Но выбираю. Вот эту траву я объявляю как бы незаконной. Выбрасываю ее. О! Да. Это... опять наклоняю. На ту сторону. Во. Ну а как по-другому? Ну и размышляю, молюсь помаленьку. О,
Эй, куда сел? Да ну и кукуруза же она. О, под глаза щипит. Как хорошо. Шацкий Александр сейчас. Я давно хотел в Потеряевке побывать. Побывал и вернулся. Он же был не один. Там кто-то с ним был. Жена и девочка.